И снова здравствуйте! С вами «Последние новости». В нашем выпуске мы расскажем о российском биатлонисте Александре Логинове. Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, где он трижды промахнулся в стойке. Он сказал, что был ветер, но была и неготовность стрелять после второго круга. «Неважно, экономился бы я или нет», – сказал Александр. Подошел к стойке абсолютно неготовым. Сил не было. Здесь высота 1750 на трассе, но я ощущаю, как будто еще больше. Мы здесь не имеем биохимика. Не могу сказать, густая у меня кровь или нет. Он также отметил, что когда проходил первый круг, то подумал, что необходимо оставить силы на второй и на третий. Здесь трасса была такая, что силы элементарно заканчивались. Об этом рассказал Логинов в эфире Матч ТВ. А мы желаем Александру Логинову побыстрее прийти в себя, справиться со всеми эмоциями и переживаниями и снова радовать своих поклонников яркими выступлениями. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!